Сегодня мы покидаем эти уютные апартаменты в центре Каунаса и едем в Польшу. Предстоит проехать около 800 километров. И ночевать мы будем на польской ферме недалеко от города Болеславец. Хорошая дорога, Вова. Да. В Каунасе мы ввели точки координат нужного нам места и поехали. Но штатный навигатор Мазды повел нас странными дорогами. Я бы сказала, козьими тропами. Через польские деревушки. В этом, конечно, тоже есть свои плюсы. Можно посмотреть, как живут люди, сравнить с такими же деревушками в другой стране. Но ограничение скорости очень увеличивает время в пути. Лишает нас возможности провести время в запланированном месте. Готовясь к поездке, мы читали в интернете о том, что в Польше есть платные дороги. Но проехав всю Польшу от Мариамполя до Болеславца, платные дороги мы так и не встретили. Возможно, всему виной наш навигатор, который вел нас странными дорогами. Но специально мы не убирали платные дороги из своего маршрута. Но в итоге не заплатили ни одного евро. Так помимо того, что за объездной нету, что грузовики едут, так и такие, как мы, едем. Движение в Польше плотное, а дороги – это либо одна, в лучшем случае две полосы туда и обратно. И очень много грузовиков. Складывается впечатление, что все трудоспособное мужское население ездит на грузовых машинах. Хочу отметить, что в Польше самый дешевый бензин в Евросоюзе. Единственное, в Польше принимают злоты, но при наличии кредитной карточки эта проблема легко решается. Дорожные работы, пробки, ограничение скорости, бесконечные грузовики. Вот что осталось в памяти после проделанной дороги по Польше. Всем привет! Сегодня у нас был непростой день. Мы проехали порядка 886 километров. Отстояли в ужасных пробках в Польше, проехали всю Польшу и остановились в этом чудесном польском семейном отеле, который просто очаровал нас. Ферма просто замечательная, просто создана с любовью. Собаки такие добрые, замечательные, дом очаровательный. Мы просто в восторге. И с погодой нам, конечно, повезло. Бросай, Вова. Давай. Вот, смотри, она бежит. Бежит за мячиком. И смотри, Вова, она мяч тебе несет. Бросай мяч. Да, бросай. Вот такая тут замечательная ферма. Аисты. Помимо аистов на этой агроферме живут цапли, лебеди и, возможно, другие птицы, которых мы не заметили. И также вот такие животные.
смотри, какая хорошая собачка, ты хороший, хороший песик.